сьогодні закохані можуть сміливо виявляти свої почуття і не соромитись поглядів. Адже 6 липня вважається всесвітнім днем поцілунку. Цікаво, яким у миколаївців був їх перший цілунок і що він взагалі для них значить? Перший поцілунок був приблизно 4 роки назад. Було це романтично дуже, на берегу ріки. Треба вспомнити, це було в дитячому садку, мабуть. Первый раз. А так, как по-детски, все было прекрасно. Поцелуй – это так, некое сближение между двумя людьми, что-то интимное. В молодости все романтично, конечно, но то она и молодость. Да, голова кружилась. Поцелунок? Ну, не знаю, люди научились, наверное, у муравьев это. Знаете, нет такой. Есть такое предположение просто, что люди, когда начали изучать природу, увидели, как муравьи обмениваются хумусом этим и на свой лад как-то это поставили. Раньше поцелуя без любви как бы не было, правильно? А сейчас наоборот. Как тут говорят, что вы знали, ведали о нем? То, что у него есть губы, руки, комплимент, букет цветов и брюки. Вот и все, пожалуй, в основном. Что бы ни шептал он нам при встрече, как возможно с гордой душой целоваться на четвертый вечер и в любви поклясться на восьмой? Пусть весна, пускай улыбки глаз, но ведь мало, мало 2 недели. Вы хотя бы хоть разглядеть успели, что за руки обнимают вас. А що там з першим поцілунком у всесвітній історії? Поведінка, що нагадує обмін цілунками, вперше згадується в індуїстських ведичних текстах на санскриті, яким понад 3,5 тисячі років. Перший поцілунок на екрані був відображений у 1986 році. Це був 30-секундний фільм Томаса Едісона, який так і називався «Поцілунок». У номінації «Найдовший поцілунок в історії кіно» перемогу отримують Реджі Стумі і Джейн Вайман, які цілувалися впродовж 185 секунд у фільмі «Ти вже в армії». Ця сцена займає 4% всієї тривалості фільму. Такими ніжними спогадами про цілунок можуть поділитися всесвітня історія і наші миколаївці. Не забудьте привітати своїх коханих з таким романтичним святом. А що подарувати, ви знаєте. Про поцілунки сьогодні поговоримо з нашою гостею Світланою Іваненко, психологом. Вітаємо вас у нашій студії. Добре утро. Перший поцілунок інтригуючий, незабутній. А який ж він має вплив на наше життя і чи дійсно він має цей вплив? Конечно, первый поцелуй очень важен, потому что поцелуй вообще это признание в чувствах без слов. Признание очень яркое, очень запоминающееся. И для первого поцелуя важно то, каким он будет. Потому что он запоминается и влияет на все дальнейшие отношения. Одна з учасниць нашого опитування сказала, що зараз немає кохання у поцілунках. Хотілося б у вас дізнатися, чи дійсно це так, і чи дійсно, коли у людей відбувається поцілунок, там немає почуттів. Ну, сложно судить, потому что я-то буду говорить с точки зрения психологии, да, вот, но можно сказать, что поцелуй – это жест, это прикосновение, которое наполнено обычно чувствами, да, особенно это касается первого поцелуя, вот, и в чем еще его важность? В том, что можно сказать, что у каждого человека есть потребность в том, чтобы быть принятым, быть любимым, быть нужным, значимым. И вот как раз через поцелуй человек это получает. Да? Есть такая цифра 8 объятий в день. Вот. Так вот, когда люди обнимаются и целуются при этом, то можно сказать, что человек получает самое главное, что нужно ему для жизни в течение дня. Он получает тот уникальный, скажем так, рецепт хорошего настроения, запас энергии, заряд бодрости, который необходим для хорошего самочувствия, ну и для ощущения себя любимым. А ось чи є значення, коли відбувався перший поцілунок? У маленькому віці, якось у деяких у дитячому садочку, чи більш у свідомому, коли вже людина доросла? Я думаю, что здесь вопрос личной истории каждого человека. Кому-то запомнился детский поцелуй, который состоялся где-то в саду, в юном совсем возрасте, в подростковом, может быть, в более зрелом. Вот, поэтому это, скорее всего, вопрос выбора
ну, тот момент, который запомнился человеку, тот поцелуй, который он считает для себя первым важным, вот, который может вспоминать с теплом, который может вспоминать с, ну, с каким-то греющим душу чувством, которое, в которое может нырнуть и вернуться. Яке серйозне значення має у нашому житті поцілунок? Як перший, так і взагалі поцілунки по життю? Ну, это очень важное прикосновение, очень важное сообщение другому человеку. Ну, во-первых, когда люди встречаются, когда люди знакомятся, да, можно сказать, что поцелуй является тем шагом, который говорит, что они готовы уже к более близким отношениям. Поцелуй говорит о том, что другой человек мне приятен, я хочу быть с ним в отношениях. И, может быть, помните, да, вот есть такой, ну, словесный штамп о том, что он ее поцеловал, и она ответила, да, это про взаимность. Про взаимность. Именно в поцелуе можно невербально, без слов, прояснить свои чувства, свои переживания по отношению к другого человека. И роль поцелуя в отношениях, она состоит в том, чтобы с одной стороны выражать свои чувства, с другой стороны поддерживать чувства. Потому что замечено, что в отношениях, в которых, ну, которые становятся уже там, регулярными, длительными, да, очень важна роль поцелуя. И это помогает поддерживать вот эту нотку романтического, романтических переживаний. Зараз дуже популярною є тема виховання дітей. І ось як підготувати дитину до її першого поцілунка, якщо тебе дитина підліток, як її підготувати до такого серйозного, можна сказати, кроку у її, можливо, юних стосунках? Я думаю, что здесь не нужна подготовка как таковая, теоретическая. Скорее всего, если ребенок видит в семье, что это принято, что это возможно выражать свои чувства таким образом, что к самому ребенку родители могут прикасаться, могут обнимать его, могут поцеловать его при встрече или на прощание, то у него уже складывается благоприятный образ того, как можно выражать свои чувства при помощи поцелуя. Ось про найперший поцілунок хочеться сказати. Кажуть, що найперший наш поцілунок – це коли нас ще у пологовому будинку цілує мама. Який вплив має цей поцілунок на життя вже потім людини, маленької дитини? В целом, вся ситуация рождения, вся история рождения ребенка, она очень значима для всей жизни человека. И очень часто сценарий рождения, того, как мама встретила ребенка, он тем или иным образом отпечатывается на всей жизни. Да? И поцелуй и сам настрой мамы очень важен действительно для того, как ребенок воспринимает в дальнейшем себя. Кажуть, що поцілунок може вилікувати. З психологічної точки зору, наскільки правдиве це твердження? Я думаю, что это очень правильное утверждение, потому что, ну, поцелуй и объятия можно назвать таким универсальным лекарством, которое дает то ощущение, которое необходимо человеку для счастливой и здоровой жизни. Это ощущение безопасности, потому что когда мы в объятиях любимого человека, то вот это ощущение, базовое ощущение для человека, оно есть. Когда мы целуемся, то это ощущение нужности, любимости, значимости, оно тоже присутствует. Поэтому вот все витамины, так сказать, эмоциональные, весь такой внутренний способ наполниться, он в поцелуе присутствует. Що ж, дорогі наші телеглядачі, як ми бачимо, поцілунок дійсно може вилікувати абсолютно усі хвороби, вилікувати нашу душу і допомогти нам відчувати себе комфортно, гармонійно і дійсно щасливою людиною. Чи дійсно поцілунок робить нас щасливими? Однозначно. Що ж, дякуємо вам. І я сподіваюся, що сьогодні, у день поцілунку, ви можете поцілувати свою рідну, близьку вам людину і стати найщасливішим у цьому житті. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала психолог Світлана Іваненко, говорили про поцілунки. Вітаємо вас. І, як казала Тетянка Макушева, ви знаєте, що подарувати сьогодні вашій близькій людині.